А вы знали, что первым клиентом Валберес стала жительница Нефтеюганска? Об этом заявила генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук во время встречи с Натальей Комаровой. Югра имеет особое значение для этого интернет-магазина, так как первый заказ на товар был отправлен именно в наш город. Встреча состоялась на Югорском экономическом форуме, где генеральный директор маркетплейса и губернатор региона подписали соглашение об открытии в округе крупного логистического центра. Инвестиционный проект будет реализован в ближайшие 2 года, а стоимость его составит почти 6 миллиардов рублей. Его планируемая площадь 105 тысяч квадратных метров, что позволит открыть 5 тысяч рабочих мест.